Сегодня воскресенье, масленичный выпуск. Мы собрали чучело масленицы из того, что было, и будем его сжигать. Короче, набрал вот таких жердей, взял мачете. О, а вон Ева с Галиной. Ева, давай его там. О, Ева! Ева, давай наш масленица, Ева! Ой, скажи, масленица, ура! Красотка. Быстрее, пока есть 10 минут, пока не стемнело. Да, пока не стемнело. Бабушка не бывает. Будем сжигать такую масленицу. Сейчас пофотографируемся. Собрали. Все довольны. Закат. Оп. Короче, у нас в планах сегодня костер. Костер и сжигание масленицы. Если надо набрать дров, сажусь на велик. Это твое? Мама, я вас развел огонь. Развел огонь. Настало время зажечь масленицу. Сейчас будем вот так вот внутрь головешки кладем. А почему никто не снимет эту? Почему никто не снимет эту штучку? Какую? Наверху как-то. Одежду ее? Да. Ну это... Такой... Та-ра-ра-ра-ра! Масленица, гори! Зима, зима! Как это? Весну встречай, зима прощай! Юбку... Это... Юля, вставай тоже! Юля, иди сюда! Юля! За костер, с другой стороны! А сейчас горю! Ой, как она горит-то ярко! В океан уносит. Дым, дым. А дети. Дайте Еву свою. Все, масленица превратилась неизвестно во что. Что в такие моменты говорят язычники? Может быть, надо загадывать желание? Все в песке. Ну, она же на пляже, дочка у нас. Это же языческий ритуал. Вот они, красавицы наши. Юля, Ева. Ну? Расскажи, Юлечка, как тебе? Ой. Ну, это, наверное, первая баба в моей жизни. Которую мы подпалили. Ярко горело. Сожгли мы масленицу, нам понравилось. Вот сзади за мной какой-то призрак, по-моему, появился и за волосы меня дерет. Сжигание масленицы прошло успешно. Ой, дым пошел. Такой огонь классный цвет дает на кожу. Смотри. Ау! Искры летят. Лучано заглянул на огонек, принес шоколад. Hello, Лучано. Hey. I miss the fire. I miss the burning man. Да, он немножко пропустил огонь и пропустил сжигание чучела масленицы. Ответить на вопрос меня спрашивали в комментариях. I was asking in the comments how old are you? Yes. You're 85? 84. Лучано 84 года сейчас. And what else? Yeah. Вроде ничего я не забыл. Да, дочечка уснула у меня на руках, я ее положил в коляску. Дремлет девочка красавица наша. Я готов. Мне уже надоело, мне Ева постоянно за волосы теребит. Раз, два, три. Все, эпиляция закончилась. Вот такая луна сегодня.
Ветер дует. Look, the moon is moving. The crater. The detail. Что, мы вернулись домой, и Лучано дошел с нами. Подвез нам велосипед, помог, но то самое интересное, Лучано до этого не знал, как зайти в email. Он все время заходит на свой email с других компьютеров. И там предлагается проверка безопасности по телефону, отправить смс-ку, а у него вообще телефона нет, и он не может зайти. Короче, мы нашли решение, там третья графа, это указать номер проверочного телефона. Мы указали этот номер, и он зашел. Он дико счастлив, сейчас читает письма от своей дочери. В общем, такой прикольный расклад. Я помог еще и Лучано разобраться с его имейлом. Теперь он будет знать, как заходить из любой точки мира на свой имейл и всем писать. И будет мне тоже писать. Мы с ним связались по электронной почте. Я ему отправил ссылку на свой видеоролик, который я снял про него же, переводной. Так что он теперь сможет поделиться со всеми своими друзьями. А вы тоже делитесь со своими друзьями в соцсетях моими видеороликами. Если они вам нравятся, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы вам приходили уведомления о новых видеороликах, которые я выложу. Всем привет, желаю удачи, успеха и хорошего настроения. Такой вот воскресный выпуск был про масленицу сегодня. Thank you.